Итоги первых месяцев своей деятельности в четверг подвели представители Общественной палаты городского округа. Организация была основана в середине сентября. На совещании Общественной палаты председатели всех комиссий рассказали об итогах работы. Как правило, вопросы касаются самых разных житейских проблем. 13 ноября у нас был первый прием по личным вопросам граждан с целью изучения проблем, которые волнуют жителей нашего города. На личном приеме непосредственно в нашу комиссию обратилась пенсионерка, предприниматель. Суть вопроса состояла в том, что она столкнулась с непониманием со стороны руководителей служб. Этот вопрос мы практически решили. Мы на этом останавливаться не будем. Я думаю, что мы дальше продолжим и доведем этот вопрос до логического конца, значит, до регистрационной палаты. Почти за 4 месяца в организации были созданы 4 комиссии. Каждая из них ведет свою работу по части строительства и ЖКХ, социальной и демографической политики, по вопросам законодательства и защиты прав граждан. Также имеется комиссия по экологии и экономическому развитию. В этом году у нас мы провели мониторинг по диспансеризации населения. Вот как она прошла в 2015 году. И определенные есть выводы и предложения будут представлены главе города. Ну и вот прием по личным вопросам для того, знать, чем живет население, какие у них проблемы есть. Все эти вопросы мы взяли на контроль, и половина уже из них практически решена. В 2016 году представителями Общественной палаты планируется решить ряд поставленных задач, среди которых не менее важной является расширение организации, куда смогут войти инициативные люди, желающие сделать общество Нефтекамска гораздо лучше. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».